22 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта автомобильной дороги Мирзабели-Чхур, Габала, Дзахлы-Чархана. Глава государства был проинформирован о технико-экономических показателях дороги. Отмечалось, эта дорога длиной 14,2 километра и шириной 6 метров имеет четвертую техническую категорию. В ходе строительных работ на участке дороги над рекой Гарачай были сооружены два моста. Кроме того, вдоль дороги построены водоотводы и автобусные остановки. Самый важный фактор, повышающий значение этой дороги, заключается в том, что она соединяет 8 населенных пунктов.